Лето было неурожайным, не беда. С 14 сентября в Кургане откроется традиционная ярмарка «Дары осени». Горожане смогут приобрести сельхозпродукцию исключительно местного производства. Картофель, капуста, морковь, лук и многое другое. В этом году, как и в прошлом, долгожданная торговля развернется на двух площадках – около торговых центров «Детский мир» и «Воробьевы горы». На них будет работать порядка 40 палаток. А завершится ярмарка 31 октября. Успевайте забирать закрома.